автора, тренера жизни 100%. Поприветствуйте, Александр Казарин. Ура! Добрый день, дорогие. Я очень рад, во-первых, тому, что меня пригласили в это замечательное место, а во-вторых, то, что я вижу и старых своих друзей, и новые лица. А я, честно говоря, прослушал, что Ася говорила. Я как раз с Эмбер разговаривал с дочкой сначала. Вообще-то я буду говорить о тренере. Я тренер, и я буду говорить сейчас о тренере. Я думал, я еду в необычное место, какая-то обычная презентация, тренинга, там, со слайдами, совсем, сюда точно не подойдет. Тут играет музыка, тут собираются необычные, экстраординарные люди, которые танцуют. Я подумал, что тренинг, наверное, похож на танец. Потому что, ну, во-первых, это творчество. А во-вторых, танец не бывает, когда человек стоит на месте. Танец предполагает постоянное движение. И, наверное, самая главная задача и идея состоит в том, чтобы постоянно находиться в движении, постоянно двигаться. Вопрос, куда? Вот вы сегодня пришли сюда. Зачем? Ну, у вас есть идея, зачем вы пришли сюда в коридор плана? Чтобы веселиться. Дети знают ответ. Кстати, взрослые пока думают, дети на них уже отвечают, на эти вопросы. Еще зачем? Ладно, я задам вопрос проще. Поднимите руку, если вы сегодня ходили на работу, например. Вау, сколько рабочих. А, у вас была идея, зачем вы туда шли? Да. А? Ну, наверняка. Наверняка, может быть, вы не отдавали себе такого четкого отчета. Я сегодня иду на работу для того, чтобы заработать столько-то денег. Или для того, чтобы завершить какой-то проект. Надо либо для того, чтобы встретиться со своим партнером. Либо еще что-нибудь. Но идея была, извините. Правда? Я тогда продолжу эту мысль и задам вопрос. А всегда ли вы даете себе отчет в том, зачем вы живете? Зачем? Чтобы ходить на работу, деньги зарабатывать. Для того, чтобы выучиться, построить дом, посадить дерево, сына, дочь родить. И умереть приблизительно около 80, уже нормально.